Сейчас просто зайду к тебе. Я не знаю, где. Где ты? Я слева, о, слева. Ты... ты... что ты, что ты? Я просто сижу. Шарли. Что ты делаешь подо мной? Не под тобой, а под столом. В смысле, спереди меня. Что ты делаешь? Я просто стою. Я просто лежу так мягко. Что? Что это мягкое? Мягко очень, мягко, как подушка. Мягче, чем подушка. Все вот так вот откинусь, вот так и чилю. А что если сделаю? Весь мир такой твердый, жестокий, за что ты так? Ясно, ясно. Не убегай от меня, я тебя поймаю. Я вот так встану, вот, сюда. Ты куда? Ты куда под стол? Всем пока! Я под стол! Шарль, что ты делаешь, Шарль? Ничего! Ничего противозаконного. Да. Ты мне тут просто рядышком со мной такая наклоняюсь, типа, чтобы обнять тебя, но у меня сегодня не чувствует. У тебя руки не работают сегодня? Да. Блин, а я надеялась, ты меня подпатаешь. Я, короче, иду в Сочи. Ну, спиной нормально? Окей. Потом позовешь. Только с плечики, плечики помассажу. Все. Не смотри, окей? Не смотришь? Ну, я смотрю в свой чат, а мне пишут, окей, окей. Спасайте Хэппи, нет. Что ты, ребят, не спасайте такое? Хэппи, не надо. Это не микро пишут? Это микро! А что это? Почему он пропал? Вот. А, все, все. Хэппи, что мы ее бонькаем? Что? Массажируем спину! Два в одном, типа? Я тебе массажирую спину микрофоном! Это микрофон! А я могу посмотреть? Да, можешь смотреть. Сейчас, я повернусь туда. А нет, я не буду поворачиваться. Я просто... Это микрофон, это микрофон. Розово-черный. Да, розово-серый. Это микрофон, а который можно использовать как массажер спины. Кто-то может подумать, что это что-то не то, но это неправда. Если мне сказали, что это микрофон, значит это микрофон. А почему он... Как он присоединяется к компьютеру? Ну, он беспроводной, он через Bluetooth, а не через Wi-Fi. Видишь, у него тут полосочки нарисованы. Типа в сети? Да, да. Мне тут кое-что написали, что это на букву В кое-что, заканчивается на R. Вообще не знаю, о чем он. Вообще не понимаю. Я тоже хочу себе плечо. А у меня всегда такое лицо. У меня всегда такое лицо. Давай. Не буду только тебе массажировать, чтобы тебе не было, как сказать, одиноко, я себя тоже помассажирую плечи. Как хорошо после стрима. Плечи. А тебе нормально? У тебя боль в спине прошла? Нет, надо еще. Надо еще. Окей. Я думаю, мне надо помассажировать плечи. Ну, не, немножко ты повернулась. А, окей, плечи. Круто, правда? Вау, вот эту технологию. Он слишком какой-то сильный жраз. Как ты вообще можешь записать? Давай себе эту. А выключи вибрацию. Выключите? Надо что-то записать. Типа, ты хочешь поговорить в микрофон или что? Нет, просто... Мы хотели песню спеть с тобой вообще. Ты вообще предлагаешь варианты? Нет. А может, чат может предложить? Окей, куда мне его засунуть? Вот здесь побудет.